Ну чё, ребят, всем здоровенько, меня зовут Юрий Кот, мы играем в The Solus Project, и есть некоторые новости по поводу этой игрушки. Оказывается, недавно, буквально пару дней назад, она вышла уже как релизная, версия 1.0. Я не знаю, будут ли они ее дорабатывать или не будут, но посмотрим. Игрушка получилась весьма занятная. Разработчикам понадобилось 1074 дня для того, чтобы допилить ее якобы до конца. Не знаю, может быть, что-то будет добавляться, я не увидел смысла делать это все с самого начала, начинать прохождение в который раз. Я предлагаю пойти тем путем, которым нам, в общем-то, знаком уже, да. Мы продолжаем, мы нашли 3 ключа из 4. Четвертый ключ я уже знаю, где лежит, потому что я разведал некоторую обстановочку, чтобы долго вас не томить, здесь не лазить нигде. Мы сейчас туда пойдем. Друзья, если вам нравится игрушка и видосики, ставьте, конечно же, лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про группу ВКонтакте и, собственно, делитесь с друзьями. Если нас будет становиться больше, я буду только этому рад. Так, ну что, давайте идти. Значит, мы нашли уже 7 деталей башни из 17. Я не знаю, много это или мало, но я знаю, что нам нужно попасть вот сюда. Видите, вот эта голова, которая здесь стоит. Вы, в принципе, без проблем найдете, если ориентируетесь по этой игре. Сейчас мы попробуем туда забраться. Значит, что нам для этого нужно? Я предлагаю взять телепортер, как хотите, так и называйте. И вот таким вот образом будем лазить сейчас по горам, по этим скалам, для того, чтобы туда пробраться. Нам необходимо несколько раз его применить, в общем-то. Давайте, залетит он туда или нет? Да, в общем-то, нормально, можно вот здесь вот пройти, хорошо. Давай, мой хороший. Вернее, моя хорошая. Мы же за девушку играем, да? Смотрите, значит, есть тут такая вот интересный момент. Сначала думал, что откроется что-то в этой голове. Мы помним, да, вот такие вот механизмы. Но нет, открывается не здесь. Открывается вот здесь. Вот эта дверь, она находится немножко так спрятанная. Если не знать, то, конечно же, не найдешь. Значит, сейчас мы отсюда выбросим, наверное, вот этот вот кристалл света и заберем камушек. Один камушек и заберем, конечно же, второй камушек, но уже на обратном пути. Сейчас нам нужно встать на эту платформочку и сбросить камень. Вот таким вот образом. Все, видите, все активировано. Я не знаю, почему этот камень такой тяжелый, если честно. Вот, открывается наша дверь. Сейчас мы заберем этот камень. Ну, на всякий случай, вдруг он нам пригодится. И давайте включим факел. Вот, включили мы факел. Смотрите, здесь валяется еще какая-то маска, которую мы взять, к сожалению, не можем. Это очередная гробница. Ключик мы сразу подметаем, конечно же. Могу ли я пойти куда-нибудь сюда? Меня очень сильно интересует этот вопрос. Нет, я здесь вижу вот такие камни. Не знаю, что они означают. Наверное, если изучать эту культуру, которая здесь описывается в этой игре. Мы помним, да, летательный аппарат, который показывали по всяким каналам, типа там РЕН-ТВ, якобы его нашли и все такое. И это были там пришельцы какие-то, не знаю. Кто в это верит или не верит, это дело уже каждого, но тем не менее. Так, давайте читать, что здесь нам пишут. Весть от Кара. 25-й год после исхода. Сие есть мой последний ритуал. Я более непросветленный. Я знаю, что питают великие машины посланников небес. Я видел, что внутри шара. Эти мысли не дают мне спать. Я подниму свой меч вместе с мятежниками. Не знаю, я так загадочно это все прочитал, но, честно говоря, я не понял, что это значит. Значит, нам сейчас нужно двигаться снова к нашей башенке. Она находится у нас вон там. Я не знаю, было бы неплохо, чтобы метка снова появилась, но она, сучка, не показывается. И тихо. Спокуха, девчуля, все хорошо. Что? С водой, да, у нас проблемы? Ну ничего, мы сейчас проплывем обязательно. Это что, камни? Да, это камни, но они нам не нужны. Сейчас мы при помощи телепортера попробуем... Нет, в принципе, можно прыгать. Я не знаю, это похоже на какой-то гигантский док. Как будто сюда должен запарковываться какой-то огромный корабль, но я не понял. Там наверху, да, есть типа механизм.
Давай, 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 перепрыгивай. Наверху есть механизм, нужно взять меч, припхаться туда, вставить его, и типа что-то откроется. Потому что там есть шестеренки. Вы помните, мы уже с такими сталкивались. Нужно было вставлять меч для того, чтобы открылась какая-нибудь дверь. Но сейчас наша задача заключается в том, чтобы вставить четвертый меч в башню, в эту наверху. Там у нас появился обелиск. Это было всего 3 ключа. Я надеюсь, что четвертый все-таки активирует какую-то метку, и мы сможем снова идти без проблем. Потому что даже с меткой у нас были некоторые проблемы. Как я уже говорил, в играх я очень плохо ориентируюсь, но, как говорится, опыт не пропьешь. Чем больше я играю в подобные игрушки, тем больше я начинаю улавливать. Некоторые из вас, кстати, говорили, что имеет... Че все трясется, ёпта? Некоторые из вас говорили, что имеет смысл играть в такие игрушки, как Counter-Strike, Battlefield и так далее, да, там Call of Duty, чтобы развивать быструю реакцию. Я начал уже это делать, я поигрываю в CS-очку немножечко, не все, конечно, понятно, очень много меня там убивают, но тем не менее, я надеюсь, что когда-нибудь я приду к какому-нибудь скиллу, как это правильно называется, и начну играть уже лучше. Ручки-то выравниваются все равно со временем, независимо от того, какие бы они дубовые не были. Хватит со мной разговаривать, я тебя не понимаю. Я знаю, что там что-то активируется, и на этом как бы все. Так, ну я думаю, что где-то здесь мы должны с вами пролезть наверх. Там капканы, кстати, стоят. Ну, в принципе, даже телепортером пользоваться не нужно. А ну-ка. Ну, окей, если я сюда... Тихо. Если я сюда стану, вот здесь я могу пройти. Давайте закинем еще наверх. Разулечку. Вот так. Хорошо, друзья, пока все достаточно неплохо получается. Вот здесь могу пройти? Давайте закинем сюда, там у нас дорога уже идет. Ну, типа мостик к этой самой башне. И сейчас нам снова нужно ее посетить для того, чтобы вставить, собственно, четвертый ключ. Я думал, что он валяется где-то на каком-нибудь острове, но нет. Мне... Тихо. Мне не пришлось никуда далеко плыть. Это радует, потому что мысли уже были, но я вовремя остепенился. Так, здесь у нас есть лестница. Сейчас мы... Да что такое? Что не так с водой? Обязательно нужно попить водички. Ну, чисто на всякий случай. Возьмем факел, с ним светло хоть немножко. И вот здесь вот аккуратненько вот так вот подпрыгнем. Да, друзья, я вижу, что эта игрушка вам не очень. Очень мало на ней набирается просмотров, очень мало на ней набирается лайков. Но и они набираются хоть как-то. Я считаю, что расти это, конечно, хорошо. Кстати, спасибо вам огромное. У меня уже 500... с чем-то тысяч просмотров, 11100 подписчиков. Это действительно очень радует. Спасибо вам большое за это. Но вот эти вещи, вот такие игры я прохожу для тех подписчиков, кому они действительно интересны. Имеется в виду игры. Так, ключ нам нужно вставить куда-то вот сюда. Сейчас мы замутим. Замутим замуту. Да. Так, что-то открылось, да? Точка назначения достигнута. Открыть 4 замка. Дождаться удара молнии, блять, вы серьезно? А как? Так, я что-то не понял. Мне что, нужно ждать дождь, что ли? Или что мне нужно делать? Меток-то я все равно никаких не вижу. Интересно, они есть? Удара молнии нужно дождаться. Но это можно ждать вечно, если честно. Давайте я, знаете, как сделаю? Я могу поспать, в принципе. Я прекрасно это понимаю. Меток я все равно никаких не вижу. Мир открывается очень красивый. Кстати, это одна из немногих игр, где жанр приключения скрещивается с небольшим таким крафтом, с головоломочками. То есть таких игрушек на самом деле очень мало. Но они, знаете, такие отдыхающие. Мы наслаждаемся... Наши ушки наслаждаются, мы слушаем музыку, нам очень нравится. Во всяком случае, мне не знаю, как вам. Нам нравится графическая составляющая очень. Знаете что, давайте-ка я, наверное, посплю. Значит, с водой у нас все хорошо, с калориями тоже неплохо. Может быть, так мы быстрее... В смысле, я не могу здесь спать, что ли? Вы охренели? Я должен здесь поспать. Удар молнии, говорите, дождитесь. Серьезно, это вы, конечно, пошутили. Да? Вы пошутили.
Так, ну погнали, погнали по лесенке. Сейчас вот здесь вот поспим. Хотелось бы, конечно, хотелось бы зафиксировать удар этой молнии, но ок. Значит, друзья, я сейчас вот здесь вот лягу спать. Я знаю, что здесь точно можно спать. И мы с вами вернемся, когда что-то произойдет. Потому что, наверное, я не смогу это зафиксировать и не смогу вам показать. Вот где-то здесь я и умощу спатоньки. Когда все произойдет, мы с вами снова вернемся к игрушечке. Так, ну что, друзья мои, у нас начался дождь и молния, в общем-то. Я надеюсь, что сейчас оно бабахнет и все у нас будет с вами хорошо. Смотрите, я надеюсь, что скрипт игры сработает правильно и мы ничего не пропустили. И действительно молния попадет в этот обелиск, в этот громоотвод, и что-то здесь произойдет. Я, конечно же, могу очень сильно ошибаться, но я надеюсь, что я не ошибаюсь. Ну давай, лупи уже, ёпта, мы заждались, мы промокли, нам нужно куда-то спрятаться. Давай, разочек, разулечку, пожалуйста. Ой, как хорошо, смотрите, жахнуло, жахнуло, да, открыто достижение. Супер, супер, друзья, вернуться в пещеры, новая точка назначения, я ее вижу, друзья. Замечательно, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что нам нужно... Что, акт 3 обогревания? Вы серьезно? Где лестница, вашу мать? Куда бежать? Все, вижу, 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 вижу. Вижу, аккуратненько вот так вот приспускаемся. И погнали. Ого, смотрите, что внизу вообще происходит. Это типа электричество валит по кабелю. То есть мы что-то зарядили. Внизу что-то завелось. Какой-то огромный, я не знаю, инопланетянский двигатель. Инопланетянский, новое слово придумал Юрец. Так, смотрите, здесь у нас показывается, что должно происходить. Значит, внизу, видите, вот так вот, значит, 4 ключа активировали. Потом бабахнула молния, потом... вот оно пошло вниз, открылся какой-то проход, я не знаю. В общем, сейчас будем все это дело искать. Я надеюсь, что и детали башни мы тоже с вами поищем. Видите, загорелись эти штуки красным цветом, стали гореть. Да давай проходи, твою мать, что с тобой не так? Наверное, сюда нельзя подходить. Прыгай, 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 прыгай. Хорошо, так, бежим, бежим, друзья, до точки назначения. Давай, твою мать, при помощи этой штуки. Не, быстрее будет, наверное, все-таки бежать ногами, а не при помощи телепортера. А что это за хер... Да ладно, 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 ни хера, ее не было. Друзья, ее не было, пробегаем, 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 пробегаем. Давай, 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 сучка, беги. Охренеть. Пей, 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 сучка. Даже не думай. Давай, давай, давай. Он нас слепит. Этот глаз нас почему-то светит. Блин, почему их так много? Что это за дерьмо вообще? Прыгай, 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 прыгай. Это какие-то инопланетные защитники, наверное. Опа-па. Значит, смотрите. Здесь есть... Что, блядь, происходит? Здесь есть какой-то мост. Разрушенный, правда, но он есть. Я не знаю, что он делает. Наверное, нужно по времени бежать, да? Так, точка назначения у нас с той стороны. Хорошо, я не туда забежал. Аккуратненько проходим. Блин, я ничего не вижу, когда эти вспышки. Ребята, ребята, не надо. Не надо ничего со мной делать. Что это лежит? Скелет? Он хотел здесь... О-о-о-о. Давай, 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 давай. Вот так. Телепортировались. Хорошо. Валим. Валим, друзья. Я надеюсь, я сюда смогу забросить сейчас свой телепортатор. А, сучка, высоко, высоко-то как? Высоко, друзья, не получается. Наверное, я зря кипишую, пока ничего плохого не происходит. Наше здоровье 239, как и было. Ну, когда я с вами делал паузу, было больше, конечно, но тут проблема в том, что я там навернулся немножечко. О, о, да, смотрите, забросил. Забросил, забросил, забросил. Так, сзади никого нет, хорошо. Бежим сейчас в нашей пещерке. Где-то там ждет наш... Спасение нас ждет. Может срезать, как вы думаете? Я просто не знаю. Может быть сюда куда-нибудь? А хотя нет. Почему? Я пойду нормально. Просто это займет меньше времени, чем я буду плыть. Мне так кажется. Вот, смотрите, снова эти... Что? Чего за херня? Давай, 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 забегай! Я не знаю, они по мне лупят, что ли?
Так, ну типа ок. Хорошо, где там наша метка? Я не знаю, может быть поспать где-то здесь? Блин, я забыл сохраниться вон там вот, возле того места, где нужно было пить водичку. Давайте попробуем, значит, клавиша B. Спать 2 часа. Да, у нас получается, надеюсь, за 2 часа у нас жизни немножко подымутся. Ну, хотя бы до 250. Во-первых, это наша сохраняшка. Во-вторых, мы, скорее всего, успеем добежать. Да и дождь закончился, смотрите. Правда, начался метеоритный дождь. Не очень. Опа-па-па-па, тихо-тихо-тихо, нихера, вот это валит. А что тут написано вообще? Это просто ужасно, друзья. Ладно, пока там идет метеоритный дождь. О, он прям на меня летит. Он летит прям на меня, друзья. Я надеюсь, он не залетит вот сюда, потому что мне тогда будет не сдобровать. Давайте, пока все это продолжается, я почитаю записочки. Мне... Ни хрена. Я запланировал встречи с половиной членов экипажа в течение 2 недель, чтобы оценить их психическое состояние. Сначала мы с Хенриксоном планировали разделить нагрузку, но возникли проблемы. Монтсеррат, Яким и Фредерик отказываются приходить на прием. Видимо, речь идет о членах команды. Смотрите, у нас тут есть... Это консервы, да? Вообще, как бы они-то нам нужны, но я не знаю. Ладно, я думаю, что в пещерах что-то найдется. Где-то была вторая записочка, вот она. День первый, день начала самой важной миссии в истории человечества. Наше отправление транслировали в прямом эфире на все корабли колонии. Думаю, даже паразиты смотрели. Они определенно не собирались вмешиваться. Это маленькая кучка кораблей по правому борту носовой части Пролуса. По-моему, мы уже читали это, друзья. Ладно, все, давайте отсюда сваливать. Я думал, это метеорит так загорается вверху, а это всего лишь навсего солнце какое-то местного разлива. Ящики. Да, а чё это, смотрите, здесь... Наверное, это отсылочка к чему-то, да? The War of the Worlds. Хорошо. Идемте дальше. Валим, валим отсюда. Просто валим. Так, здесь я могу запрыгнуть без проблем. Но мне не нравится музыка, которая играет. Это значит, что что-то происходит... Плохое, не получилось. А вот так. Ну, давайте попробуем. По идее, это все же лучше, чем вообще ничего. Так, вот туда запрыгиваем. Ага. Да что ж такое-то, а? Ну, чё ты катишься? Вон туда хочу, вон туда хочу. Да, вон туда хочу. Так, порядочек, друзья, все, валим дальше. Нам нельзя задерживаться. Судя по музыке, нам вообще нельзя останавливаться. Нам нужно валить дальше. Вы посмотрите на этот эпик. Знаете что, друзья, мне кажется, что мы здесь не пройдем. Но я очень сильно постараюсь. 208, кстати, 250 хпшками у нас и не пахнет. А вот 280... Знаете, что мне нужно? Мне нужно вот так вот бросить, да? Нет, я туда не хочу. А что если повыше? Вот, вот туда мне нужно. Есть, и погнали, 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 быстро, 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 твою мать, бегом. Нужно, конечно, не оборачиваться, это прекрасно. Они стреляют. Твою мать, это смерч какой-то. Нихера, вы только посмотрите на... Тихо. Хавчик, 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 хавчик. А водичка, водичка, водичка. Твою мать, вот вода. Все, валим, валим, валим к пещерам. Блин, это такой ужас, реально, друзья. Просто невероятная жесть. Смерч. Вы посмотрите, какой он огромный. Какого хера мне вообще туда нужно к нему? Нет, 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 нет. 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 Давай, 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 чуть-чутка осталось же, ёпта. Немножечко, немножечко, факелочек, факелочек. Так, смерч прошел, я прошел мимо него. Все, друзья, я прошел на другую локацию, это значит, что... Ну, типа, мы будем жить, что ли? Даже загрузочка красочная у этой игры. Ну, мило дорого смотреть. Мне очень нравится, как вот эти планетки все крутятся, кружатся. Вот как все вот это все происходит. Вообще все классно, друзья. Горящий факел.
Так, ну точка назначения у нас есть. Знаете, что я думаю? Я думаю, что дальше будет только чьи-то следы. Это мои? Я тут ходил. Но это мы все или не видели, или это новая какая-то локация. Наверное, это какая-то новая локация. Я здесь не... Я надеюсь, тут огонь не будет никакой из ваших пастей. Вернуться в пещеру? Я вернулся в пещеры. Какие вообще проблемы? Смотрите. А чё так глючит? Так, там внизу что-то происходит. У меня глючит передатчик. Там внизу сгусток какой-то энергии. Но я так понимаю, что нам нужно именно туда и идти. Я бы вообще поспал бы, конечно. И нашел бы... Тихо. Так, оно деактивировалось. Знаете, что я думаю? Нужно... Что это за звук? Он мне не нравится. Наверное, нельзя задерживаться на одном месте. Что-то включилось. Может быть, газ какой-нибудь. Может, какие-то копии сейчас бы полетели у меня. Не знаю. Я не хочу проверять эту теорию. Я просто хочу пойти дальше. Как здесь живописно. Да, по-моему, мы здесь были уже. Знаете, что я хочу? Я хочу... Точку назначения. Это я, конечно, вижу. Ну да, давайте идти тогда в эту сторону. Почему нет? Блин, у нас жизни мало. Нам поспать нужно хорошенечко. Для того, чтобы восстановить. Так, это сохраняшка, да? Сохраняшка, это хорошо. Тепловая магистраль. Окей, вообще без вопросов. А что здесь написано вообще? Давайте читать. Здесь очень много каких-то символов, я не разбираюсь. Как обретутся слова шара в видениях, так просвещенные узнают, что их время пришло. Они пройдут ритуал четырех движущихся колонн. А какой-то ритуал движущихся колонн четырех мы уже проходили. Нужно было выстроить их в одну линию и перепрыгнуть на другой край зала этого. Так, что тут у нас пишется? Я пропустил. Каждое живущее за этими вратами дитя есть часть священной пасы просветленных. Дозволено нам помочь им достигнуть вознесения путем испытания, что зовется обрядом беспламения. Вот это мне уже, конечно, не очень нравится. Давайте, наверное, знаете что, попробуем поспать все-таки. Что у нас там с едой? Один день. Что это, блядь, за звуки? Что это такое? Так, знаете что? Наверное, это какой-то лабиринт. Ладно, я посплю, потом мы будем с вами разбираться. Я надеюсь, что со мной плохого ничего не случится. Обычно возле сохранений, ну, по логике вещей, с нами должно быть все в порядке. Я не знаю. Я надеюсь, что я не уйду во тьму, как в каком-нибудь Long Dark. Кстати, хорошая игра, надо бы вернуться к ней. Но она, сучка, сложная. Так, читаем. Посланники небесные требуют. Чистую душу и сильное сердце иметь должно дитя, что делает шаг навстречу тьме. Мне не нравится то, что здесь написано. Вот серьезно. Прям вообще. Родители благословляют своих посвященных чад, покуда те следуют по святилищу просветленных. Все посвященные попадают в подземелье, где надобно им открыть четверо врат. Всего четыре. Четверо врат, четыре колонны. Давайте прочитаем еще оставшиеся и потом будем ставить камень на эту площадочку. Всех посвященных ожидает тьма, темный дух, что вечно жаждет самых чистых душ. Лишь достойных принимает он и возносит за грань бытия. Я вообще нихера не понимаю, что они мне хотят сказать этими столбами каменными. Сердце Лины не было чисто, и сбилась она с пути. Ощутил этот темный дух и последовал за ней в пещеры. Пришел в монастырь и обрушил на нас свой гнев. Вовеки сие не должно повториться. Окей. Так. Я надеюсь, там никто не выйдет. Давайте ложить сюда камушек. И знаете что? По-моему, я еще один камешек видел где-то здесь. Нам всегда нужно иметь резервный. Или мне показалось? Мне, наверное, показалось. Ну блин, ну было бы неплохо найти еще один камешек. Ладно, может быть, там найдем. Так, здесь тоже что-то у нас написано. Давайте читать.
По-моему, это какая-нибудь развязочка уже, друзья. Не помогайте и не говорите с иными. Они более не такие, как мы. Их невежество есть их наказание. Заприте врата, не впускайте их. Посланники небесные даровали нам возможность защитить себя. Знаете чего? Ух ты, блядь, это пила. Это пила, друзья. О-о-о, я не хочу туда. Иные отрекаются от света ради жизни во тьме. Они крадут дары, данные нам. Они хотят увести нас вслед за собой. Не отступайтесь, не оступайтесь, держитесь света. Посланники небесные есть суть всего. Веруйте в них. Но у нас-то факел есть. Знаете что, давайте, наверное, опять посплю. Это будет наша сохраняшечка. Блин, воды нет. Нет воды, это просто херово. Это очень плохо. У нас есть одна бутылка. Ну, ок. Хорошо, я сохраняюсь тогда снова. Дабы не спать. Мы берем с вами факел и будем сейчас сюда заходить. Мне очень не нравится это. Знаете что, я вот просто думаю, можем ли мы пройти между. Если сейчас что-то не получится... Давайте попробуем. О-о-о! Да ладно! Да ладно! Куда я упал, вашу мать? Я ничего не понимаю. Мне бы поджечь бы. Блин, смотрите, какая... Жуткая жесть. Ладно, у нас есть еще фон... Ага, то есть знаете что? Я должен, видимо, идти по вот этим штукам, по которым ездят пилы. И мне не нравится такой расклад. Очень не нравится. Они переворачиваются, вот эти плиты, они переворачиваются, друзья. А как быть? Ладно, давайте пробовать. А, папа. Так, я прошел. Я прошел. Я прошел. Но это же не все. Сейчас здесь начнется самый жир. Ой, блядь, да ладно. А куда оно? Мне куда-то вниз нужно, судя по всему. В общем, да, снова нас преследует этот дым. И знаете что? Я бы не против бы, конечно, попользоваться каким-нибудь фонарем. Блять, я даже поджечь не могу. А, могу! Могу. Но этого недостаточно. Нам, видимо, нужно спускаться вниз. Окей, я не знаю, что я нажал. Но я что-то нажал. Водичка, водичка, друзья, водичка. Как же сыкотно. Как же сыкотно. Я не... Я слышу, как эти штуки здесь движутся. Блять, а где он? Где эта мудотень? В принципе, вот хорошее место. Я прекрасно понимаю, что где-то здесь, наверное, можно было бы остановиться, но это просто жесть. Это просто, друзья, жестяночка. Я не знаю, давайте идти, наверное, дальше. Какие-то батареи, я не знаю, какая-то херь здесь творится. О, мне не нравятся эти плиты, но мне нужно по ним идти.
Так, а что? Мне нужно в самый низ идти, да? Давайте пробовать. Спускаемся. Спускаемся. А тут ничего нет. Я вижу скелет. Это, конечно, все очень весело. Но мне нужно открывать вот эту дверь. И сейчас, если что-то произойдет, мне нужно отсюда сваливать. А мне-то сюда не надо. Мне вон, вон она метка. Я надеюсь, за мной никто не пойдет. Ого! Чё, блядь, серьезно? Как я здесь пройду? Не, ну, в принципе, нормально. Чё. Почему я думал, что это сохраняшка? Я слышу снова какой-то звук не очень хороший. Я не знаю, зачем мне сюда надо, но, наверное, зачем-то мне сюда надо. Так, здесь есть свечи. Поджигайся давай, твою мать. Хорошо. Блин, смотрите, снова проход в самый низ. Это просто жир, друзья. Я не хочу туда идти. А знаете, что я сделаю? Я, наверное, где-то здесь сохранюсь. Мои хорошие. И мы с вами продолжим уже, скорее всего, в следующей серии. Я надеюсь, что со мной здесь плохого ничего не случится. Кстати, факел, наверное, можно поджечь от этих самых свечек. И нам нужно будет сейчас это сделать. Мы сейчас проверим эту теорию. Ну. Так, никто меня не хочет сожрать, да? Пока что. 104 метра до точки. Так, наш факел. О, да, точно, смотрите, все подожглось. Ну что, друзья, я предлагаю на этом закончить, как всегда, на самом интересном. Еще более интересные моменты, насколько я понимаю, нас ждут в следующей серии. Если вам понравился видосик, ставьте, конечно же, лайк. Подписывайтесь на каналчик, делитесь с друзьями. С вами был Юрий Кот, а пока, мои хорошие, всем до скорого, пока.